Одинцовские единороссы в рамках федеральных партийных проектов «Историческая память и городская среда», а также местного «Военные городки» проверили ход благоустройства сквера в Кубинке, где проходят все праздничные мероприятия. Здесь находится памятник воинам 5-й армии Западного фронта, остановившим фашистских захватчиков на подступах к Москве в 1941 году. Его установили в 1975 году. Все эти годы за мемориалом тщательно ухаживали, но серьезных реставрационных работ не проводилось. Недавно Кубинке было присвоено звание «Город воинской доблести». Благоустройство сквера и долгожданный ремонт памятника станут хорошим подарком жителям к этому событию, отметил депутат окружного совета Владимир Виницкий. Работы ведутся по графику. Окончание намечено на 1 ноября 2022 года.